Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня, как вы уже поняли из названия, у меня будет влог, первый влог, поэтому не судите строго, не знаю, что получится, но надеюсь, что-то интересное я для вас сниму сегодня. Или, господи, я уже заговариваю сразу. Итак. Сейчас уже половина четвертого, а у меня только утро наступило, только я смогла выползти из дома. Честно говоря, планы какие-то такие очень смутные, потому что я честно надеюсь, что мы сегодня доедем до музея иллюзий, потому что я очень давно хочу уже туда попасть, но как-то так не получается, времени нет, надеюсь, сегодня получится. Наступил у нас уже все, март, 1 марта, поэтому всех поздравляю с первым днем весны. Надеюсь, я это видео не скину в конце марта. Так, сейчас решили заехать на мойку, помыть машину, потому что машина была адски грязная. Вот, собственно, все мы все вымыли. Вот, у меня как-то уже настроения такого веселого нет. Не знаю, как-то я притомилась, проголодалась. Наверное, так это можно назвать, поэтому как-то я вот как-то уже в музей мне не хочется, ничего мне не хочется, мне хочется куда-нибудь забраться, лечь, поспать. Вот такое вот состояние. Итак, мы едем хотя бы перекусить, и я уже буду, наверное, радости. Ну зачем ты? Я не так выгляжу. Я не так выгляжу. Короче говоря, меня тут пародируют, причем не очень талантливо. Тебя не взяли бы в точь-в-точь. Итак, мы будем сейчас есть. Вот. Это радостное событие для меня, я аж оживилась. Мы решили перекусить в Макдаке. Кто как, знаете ли, я перекусить. Новый ролл какой-то там, фреш чего-то там. Биф. Нет, биф? Биф — это говядина. Или нет? Порк — это говядина, а биф — это... Нет, порк — это свинина, а биф — это говядина. Вот, да. Значит, ну не знаю, по запаху, все равно вкуснее пахнет. Итак, съела я... Кто тут разговаривает? Я тут разговариваю. Съела я вот этот вот огромный биф фреш ролл. На самом деле, как бы, если вы любите мясо, если вы любите Макдональдс, да, он как бы вкусненький, приятный, но единственное, что он весь течет и разваливается, но, во всяком случае, у меня, либо у меня руки не с того места, и поэтому мне сказали, что больше с едой не пустят в машину. Дали такие перчатки, сейчас ходим по стеклянному лабиринту, я уже два раза потерялась, на самом деле здесь страшно. О, вот, я в тупике. Что-то как бы я потерялась немного. Что-то реально я потерялась. Так, ой, это тоже не проход. Где проход-то уже? О, я. Кстати, я могу вам показать свой аутфит сегодняшний. Аутфит. Какая вот сегодня. И в пятнашки играют. Ой,
Тебя никуда не пускают. Ой. Она как-то ее так это заглючивает. Ой, сюда какая. Что ты там ешь? Что ты там ешь? Каких волос? Что-то он там, что-то он гоняет там, не ест. О, боже. Что это там? Сейчас опять будет. Нифига себе, он разгрызает.